Всем привет, с вами Иван Кожей. Сегодня у нас обзор будет еды из Chicken Hut, это будет дабл чизбургер. Данная булочка обошлась мне в 25 гривен. Вот сегодня я, в принципе, обзор снимаю дома и вот смогу есть под рукой интернет. В общем, смогу забраться на сайт Chicken Hut, соответственно, дабы перечислить все ингредиенты. Вот, и, соответственно, есть возможность все-таки ввести 25 гривен в конвертер. И сейчас мы узнаем, сколько это будет стоить в других деньгах, потому что вот смотрят меня из разных стран, они все ориентируются, сколько же это 25 гривен. Ну, на данный момент, вот сегодня по сегодняшнему курсу 99 центов. То есть, грубо говоря, дабл чизбургер в Chicken Hut обошелся мне 25 гривен или 1 доллар, или 65 российских рублей 43 копеек. Вот, что же касается вот самого дабл чизбургера, на сайте он выглядит вот так. Ну, реалии, понятное дело, конечно же, будут иные. В данной булочке нам обещают двойной вкус куриной котлеты. То есть здесь будет две куриных котлеты с двумя кусочками сыра, спелые томаты, салат, нежный соус в румяной горячей булочке. Ну, давайте заглянем внутрь, попробуем, оценим все варенье от Chicken Hut. Так. Вот наша булочка, вот так вот все это дело выглядит. Ну, немножечко остыло, пока я донес, но ничего. К сожалению, все у меня тут рассыпается. Так, что мы видим, друзья? Белый какой-то соус, вот листья салата, помидорчик. Вот так, как-то мне не особо удобно, чтобы вам все это показать. Вот ломоть сыра, котлета номер один. Так. Под ней еще один ломоть сыра. Вот, и котлета номер два. Вот, под второй котлетой ничего у нас нету. То есть, в принципе, как бы, если я ничего не упустил, то все, что обещали, все это здесь есть. Вот, давайте попробуем. Отлично, очень вкусно. Вы знаете, честно, вот если бы я не зашел на сайт, вот, и не прочитал, что это куриная котлета, то я бы, наверное, и не догадался. То есть котлета достаточно вкусна. Вот такое ощущение, что это там обычная, не говяжья или какая-то, но ни в коем случае не куриная. Плюс соус, салат, сыр, ну, реально, то есть чизбургер, это всегда вкусно, вот, а двойной чизбургер вкуснее вдвойне. Тем более 25 гривен, вот, то есть я не буду напоминать лишний раз, что сейчас в Макдональдсе, например, обычный чизбургер стоит, по-моему, 19 гривен. То есть цена, конечно же, просто отличная. На этом у меня все, с вами был Иван Каже, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии, до новых встреч, всем пока!